В Атырау жители нескольких новостроек могут остаться без тепла из-за проблем с документами. В прошлом году горожане обращались уже в городской акимат, но вопрос так и остался нерешенным. Оформить бумаги как следует не получилось до сих пор. Из этих трех домов к отопительной системе на законных основаниях подключен только один, у остальных неправильно оформлены документы. Из-за этого жители могут остаться без тепла, либо платить за него вдвое дороже. В документах указан котел только одного дома, а в двух остальных его как будто бы нет. Все об этом знают. Нам приходится самовольно подключаться. В прошлом году приходили работники акимата. Ругались, и в итоге нас подсоединили. В сложившейся проблеме жители винят застройщиков, мол, они изначально предоставили теплоснабжающей компании неправильно оформленные документы. Горожане пытались связаться с подрядчиками, но безуспешно. Председатель кооператива тоже обращался во все инстанции, однако результата нет. Когда пришли снимать пломбы, они сказали, что если в течение 10 дней документы мы не приведем в порядок, то нам отключат газ, либо придется платить дороже. Поэтому у нас сейчас один выход. Приводить в порядок бумаги. В областном управлении энергетики и ЖКХ сообщили, что не знали об этой проблеме, но вопрос возьмут на контроль. Этот вопрос областной акимат возьмет на свой контроль. Газоснабжающие компании в рамках закона будут даны поручения. Жители боятся остаться без тепла в сезон холодов. Как скоро получится оформить необходимые документы, неизвестно. Нургуль Ахметова, Асланбек Шигыр, Тимирлан Султангазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау.